Я уже очень хочу на регистрацию, потому что я думаю, что батат очень вкусный. Цитофлавин, я капаю его внутривенно, но сейчас нету времени на это, и поэтому просто я его быстренько вытряхну в стакан. Медь поднялся до 7 от быстрых сахаров, поэтому сейчас нужно прям подождать и пока не есть, пока сахар не опустится. На обед лосось и батат. Короче, купил неправильный батат, он мне вообще не понравился. Сейчас покупаю правильный батат. Друзья, мне даже пишите в директ, что ждете выпуск про магазин. А мы, интересно, это не сняли. Тут же есть спортивное питание, собственно, вот оно. Мороженое я обожаю. Это после соревнований. Это, получается, у нас мультинаборчики, они малыши, все вкусы. Прям вот думаю, что с кайфом это и будет мой десертик. Было проще подождать и перевернуть его уже немножко остывшим. Но время не ждет. Поэтому обжигая пальцы. Я уже очень хочу на регистрацию, потому что я думаю, что батат очень вкусный. Но, конечно, если быть честным, то вчера я много пил, и мне, конечно, хотелось есть. А со вчера я с вечера не пил, чтобы вес упал. И, конечно, мне хочется теперь уже пить, а не есть так особо сильно. Да, плюс, как я вам сказал... А, я не сказал еще точно, я хотел на камеру снять сам себя, встав. На самом деле, снял несколько сюжетов. Но камера слишком сложная, хорошая. В общем, получилось почему-то у меня темно, что-то я не нажал. Ну, в общем, мой предел операторского искусства – это снимать на iPhone, который все делает сам. Ну, тоже не криминально. Все, перевернули. Наверное, можно спрыснуть немножко, опять же, маслом. Масло в спрее, да. В нашей деревне такого нету. В этой деревне присутствует. Все, погнали, 12 минут. По часам у нас плановый выезд в... Как я говорил? 8:30 мы поедем, да? Угу. Да, 8:30, наверное, будем выезжать, поэтому у нас еще час времени. Но можно... Не знаю, что можно. Я уже и умылся, и побрился, и подготовлю лосося. Наверное, сейчас я лосося поставлю на вторую полочку. Или успею его доделать, чтобы как раз взять с собой еще кусок лосося. Посмотрим, где находится мыс. Этот мыс, не мыс. Мыс Рока, крайняя точка континента. Может, отправимся туда, перекусим. Собственно, вот два контейнера, в которые батат переместится. На два приема пищи. И лососик добавится туда. Все просто. Цитофлавин. Я капаю его внутривенно, но сейчас нету времени на это, и поэтому просто я его быстренько вытряхну в стакан. Там янтарная кислота, хороший очень бутаген и антиоксидант. Вот так постукаем. Но не это хотел на самом деле показать. Это просто у Алексея пока жарится яичница. Он пришел ко мне, сам полувыкинем. Я планирую закупать таблетки. Здесь что, трентал длинный, здесь витамины наши генетические. Я вам говорил, что я съел уже пачку донатов, я съел крекеры. Это глюкометр. Его показывал вам в первом выпуске. Что это за прибор? Прибор измеряет уровень сахара в крови. Соответственно, сейчас мы поставим глубину проникновения иголки, вот так щелкается, такой пистолетик, заводишь, нажимаешь кнопочку, он стреляет. Это тест-полоски. Тест-полоски одноразовые. На тест-полоску мы капаем кровь, ну и делается все таким вот образом. Ставили, он начинает думать, мы прикладываем к пальцу, стреляем, давим кровь. Кровь хорошая, жидкая, такая текучая прямо. И капельку мы вот так вот опускаем на тест-полосочку. Чекпоинт на зеленую зону. Ждем и смотрим. Он анализирует. Медь поднялся до 7 от быстрых сахаров, поэтому сейчас нужно прям подождать и пока не есть, пока сахар не опустится. Вот так работает система. Вот плюсом
Плюс в этом то, что можем мы более качественно понимать, когда использовать приемы пищи. По сути, сейчас хорошо бы выпить БЦА. Они помогут быстрее опустить уровень сахара в крови. Что, ребят, все, в категорию врез. Примерно, ну, как приехали, часа полтора пришлось подождать. Это нормально. В целом, очень комфортно, стулья были. Ну, как бы, может быть, не очень у меня красивое тут помещение для трапезы, но из хорошего меня это не напрягает, так что надеюсь, вас тоже. Что я буду есть? Я не помню, сняли ли мы это утром. В общем, у меня на обед лосось и батат. Кстати, многие написали, что у меня странный батат и почему он не розовый. И слушайте, ребята, вы правы оказались, он нифига не такой вкусный, как я планировал. То есть это был какой-то неправильный батат. Ну и, в общем-то, пережить я это могу. Он на вкус, как обычный картофель. Пока регистрировался после взвешивания, уже начал есть, съел 100 грамм. Ну, значит, 100 грамм осталось. Сразу в контейнер. Сейчас почищу рыбу. Опять же, для умников, руки не грязные. Руки на выходе обработал дезинсептиком. Ну, просто уж я иногда поражаюсь просто количеству того, как многие пытаются свою какую-то там проявить. Я не знаю даже, как это назвать. Короче, поумничать многие пытаются. Так вот, уже до смешного это доходит. Ну, что еще? Да больше информации нет, ребят. Сегодня будет такое вот. Буду есть рыбу. Забыл БАДы дома, кстати. Но это не страшно, там, потому что жирорастворимые витамины. Я их просто приму со следующим приемом пищи. Там омега, витамин D и так далее. Рыба получилась вкусная. Я ее порезал лимон мелко, покинул на рыбу. Капнул чуть уксуса и чуть-чуть посолил. Ну и не пил же до регистрации. Фанта со вкусом неизвестно чего. Будем пробовать. Кстати, утром снимали же глюкометр, как сахар поднялся после еды. Через 25 минут перемерил, упал уже до 5.2. Принял 10 грамм БЦА. Хотел снять, ну-ка, мерил сахар, пока кричал Леша, уже глюкометр выключился. Недолго светится. Короче, херня. Написано со вкусом неизвестно чего, но, если быть точным, со вкусом херни. Невкусная фанта. Я даже думаю, допивать не стану. Нету смысла, лучше воды выпью. Сейчас еще выпил, кстати, 2 грамма L-карнитина. Их я развел заранее в бутылочке. Гепомерц и магний цитрат. Вот, собственно, их я и допью. Про магний вы помните, у меня его дефицит. Магний подпиваю дополнительно. Сейчас завезу Сашу к Олесе. Минут на 5, потом в Ашан. Домой пока уже покушать. Потом какая-то культурная программа, я думаю, будет у нас. Куда-то мы съездим. Соберу с собой также контейнер еды. И в бой. Грим. 2 слоя в пятницу вечером. 1 слой в субботу утром. И будем кайфовать. Пошел, у меня бизнес. Я сейчас приду, Рос, ты не должен кушать? 5 минут у тебя есть. Саня футболки продает. Многим ребятам нравятся футболки, эти фирменные с Олимпии, с турниров. Честно, я даже на память не стал покупать. Такой ширпотреб, такого низкого качества. Не сильно дорого в целом, но 25 евро футболка.
толстовки подороже. В общем, неинтересные вещи. То, что делаем мы в разы лучше. Скоро все это уже будет отдельной группой. Одежда. Не только Генетик, но и другой бренд полноценной спортивной одежды. Он запускается. Мы над ним работаем. Буду рад, если вы поддержите. Ну, будет отдельный ролик. Там может быть подписаться. И в этом ролике будет, я думаю... Кстати, ребята, вот именно для подписчиков. Только в Инстаграме у себя это выложу. И на Ютубе. Для моих подписчиков, для кто поддерживает ближе всех, сделаю какую-нибудь максимально допустимую скидку на одежду на каждую новую выпускаемую модель. Ну, так буду поступать. Думаю, это справедливо. За вашу... Я не знаю, кстати. За вас, для вас. Все, Лех, вырубай. Они устали уже. Короче, купил неправильный батат. Он мне вообще не понравился. Сейчас покупаю правильный батат. Поэтому... Кто мне в сторис написал, что у меня батат не того цвета, вы, в принципе, правы, ребята. Это батат, там это все было написано на упаковке, но по вкусу он, правда, не зашел мне. Не зашел. Сейчас мы наберем батата правильного. Сразу приеду, его запеку. Так. Думаю, достаточно. Весы, номер у него. Батата Дольче 2201. Друзья, мне даже пишите в директ, что ждете выпуск про магазин, а мы интересно это не сняли. Тут же есть спортивное питание, собственно, вот оно. Представлены бренды, на самом деле неизвестные мне. Gold Nutrition, я думаю, это что-то местное. Линейка БАДов, она широкая. Тут есть все БАДы, протеин, whey, витамины, минералы стандартные. Это все у меня есть с собой. Сейчас меня сейчас интересует протеиновый батончик, я хочу съесть пару штук. Потому что, видите, у меня батат дома готов, но нужно будет подождать порцию, пока я приготовлю свежего. Поэтому два батончика мне сейчас вполне зайдут. Первый будет со вкусом печенья. Что-то хочется более такое сложное. Это протеиновая вафля. А, все, что мы тупим? Вот сверху есть кайфовая. Это у нас Grenade Bread. Бренд, он тут весьма популярный. Леха, возьмешь мне компот? Карамельный хаос. Шоколадка. Соленая карамель. И арахисовая паста у нас так есть дома. Зачем ее покупать? Кстати, овсянка с протеином, да, батончик. А Прозис, кстати, известный бренд в Европе, популярный. Какой-то протеиновый пудинг, протеиновый пудинг. Еще вафли, готовые шейки, яичный белок, который хранится не в холоде, яичный белок, ребят. Но я считаю, такие продукты, вот такие продукты покупать не надо. Яичный белок, который не портится. Вы поймите, в нем явно есть какие-то добавки, которые ничего хорошего для вас не принесут. Ладно. Покупать углеводы я не буду. Углеводы проще съесть. Тоже Олеся берет себе батончик Grenade. Они потому что выглядят приятнее всего. Получше, чем и протеин. Поинтереснее, мой протеин можно дома купить. Да, вообще он дабл лейер, как бы это хорошие, интересные батоны, по крайней мере сложные. У нас они есть в России, смысл покупать. Да, здесь. Батончики с минералами, кстати, South Bar, интересное название. Да, это получается для велосипедистов, для людей с таким вот видом спорта. О, лазанья, кстати. Интересно, а веганские продукты? Ладно, все, батоны есть, Sport Pit в Португалии есть.
Кстати, возможно, мы глянем в навигаторе, если в городе есть магазины, даже посетим их. Хотя, вы помните, в Испании, в огромном магазине я был в Валенсии, крупнейший город. И ничего потрясающе удивительного мы там не встретили с вами. Пацаны хотят монстры, тут большой выбор монстров, это энергетики. В общем, туда мы и отправляемся. Мороженое я обожаю. Это после соревнований. Это получается у нас мультинаборчики, они малыши, все вкусы. Прям вот думаю, что с кайфом это и будет мой десертик. Тут магазины закрываются в выходные рано. Около 6, а могут они работать в воскресенье. Поэтому лучше купить заранее то, что хочется. Чтобы потом не было мучительно больно за отсутствие вкусняшек. Переедать тоже не планирую абсолютно, поэтому вот в таком формате. Дара, сейчас подумаю, может нам пойти еще рыбы взять? Что ты думаешь по этому поводу? Потому что что? А вдруг она реально, мы там еду не купим нормальной? Есть доставка, но даже после соревнований я с большим удовольствием съем приготовленную нами еду, чистую, нежели ее заказывать. Сейчас время макарон. Оттариваем весы. Я не помню, ребята, я объяснял, да? Цветастые макарошки, потому что они с овощами. То есть сразу биологическая ценность, усвояемость их будет улучшена. Но еще они симпатичные. Это маленькие бабочки. Рум-пум-пум-пум-пум. Углеводов у нас 70, поэтому мы взвешиваем себя 100 грамм. Видимо, даже в одну мисочку они все влезут. Ровно 100 грамм, ребят. И, соответственно, пересыпаем что-то в кастрюльку. Ну и следующий пункт, немаловажный, это посмотреть, как их варить. Тут, конечно, все не очень понятно, но 7-8 минут. Лёха, если ты хочешь макарошек, я тоже сварю, но отдельно, чтобы вес не перепутать. Потому что в готовом виде будут отличаться. И, конечно же, без проблем мы сварим еще. Но пока. И у нас, да, вот из таких, скажем, пока сложностей, всего одна кастрюля, поэтому у меня вопрос возникает, как рис варить. Ну, как бы вопроса нету, можно его сразу много сделать. Но я люблю свежую еду. Но, видимо, с рисом придется поступать так, что он будет сделан сразу несколько порций. Не критично, не криминально. Нормально. Все, варим макароны, засекаем как раз-таки вот до без 15.